В этом видео я хочу вам показать и рассказать об одном месте, которое мы посетили в Берлине. Это паб, называется Thomas Egg. Ну, я бы, наверное, сказала даже, что это ресторан, так как здесь можно полноценно покушать, не просто выпить пиво. Ну, не знаю. Находясь в Берлине, я бы рекомендовала бы его посетить. Да, он не находится в центре прям. От центра нужно еще там километров, по-моему, 5 проехать. Ну, на транспорте это без проблем. Но это место просто меня потрясло. Ну, потому что мы были во многих ресторанах, ну, в основном Польши. Ну, также мы были и в других странах, в которых мы отдыхали. Вот в Берлине мы были в 3, даже в 4. Ну, одно такое, как кофейня. Но неважно. Здесь, когда мы зашли, я не услышала запаха еды вообще. Не то, что еды, вообще любого какого другого запаха. Воздух чистый. То есть, ну, вы понимаете, когда заходишь в какое-то заведение, по-любому какой-то запах присутствует. Ну, в основном это, если ресторан, то запах еды идет по залу. Здесь этого не было, что мне в первую очередь понравилось. Ну, когда мы зашли. Чистота, очень чистая. Я видела, как официантка, она убирала после каждого, и убирала с каким-то средством, в общем. И визуально, ну, просто все чисто. Интерьер очень интересный, красивый. Мне очень понравилось. Еда очень вкусная. Только что вы видели меню. Это меню на английском языке. Но там цены отличаются от реальных. Вот в конце видео будет меню на немецком языке, да. Вот там вот реальные цены. Тоже обратите внимание, потому что когда я читала по отзывам, то говорили, что ну, иностранцы приходят, да, вот им они просят меню на английском языке, и там цены меньше, чем, ну, по итогу. Поэтому нас официантка предупредила, что вот вам немецкое меню, здесь цены актуальные. Мы попросили на английском языке, но она говорит, ну, здесь на цены не смотрите, вы смотрите на название блюд. Мы здесь абсолютно комфортно были с детьми, хоть это называется и паб, но здесь, ну, может, в это время суток не было так ни шумно, ни как-то ни пьяных, как-то мы не видели. Пиво здесь очень вкусное, еда нам понравилась, и здесь кухня немецкая, и, ну, нам она была близка. Жареная картошка, рулька, десерт. Ну, я не знаю, просто обалденно. Я не знаю, как он по-немецки называется, но пани сказала, что он как-то, ну, наподобие панкейк. Они были настолько вкусные. Это как вот оладушки пожаренные, но только они как-то были порванные и пропитаны сливочным маслом. Очень вкусно. Моя рулька была, кстати. Все, что мы заказали, мы все не смогли доесть, потому что порции реально большие, они очень огромные. И мы часть еды, которую мы не доели, мы забрали с собой. Мы еще в отеле ее 3 дня доедали. Вот этот десерт, он просто обалденный. Ну, не знаю, мне было очень вкусно. Очень советую. Правда, находясь в Берлине, вот приедьте сюда. Приедьте, мне кажется, вы получите удовольствие, правда. Вот, ну, меню может просто не так хорошо видно. Можно зайти на сайт, я оставлю ссылку, посмотреть там и актуальные цены, и даже можно будет зарезервировать столик.